Общая сумма около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Таковы долги ярославца по алиментам, налогам и взносам в пенсионный фонд. Из-за этого на автомобиль мужчины был наложен арест. По словам судебных приставов, должник не торопился платить по счетам и долго скрывал местонахождение своей машины. Сегодня он пришел в отдел судебных приставов по другим делам, а ушел уже вместе с сотрудниками. Должник сегодня явился в отдел судебных приставов, где приставам удалось привести должника к месту нахождения транспортного средства. Если должник не погасит задолженность вовремя, то данный автомобиль будет реализован, а денежные средства, полученные от реализации, будут перечислены взыскателем. Первоочередные выплаты у должника – это алименты. Долг по алиментам составляет более 200 тысяч рублей.